Здравствуйте. Вон отсюда! Сама не четвером, по саксте Аня, а эта женщина с вами? Эта женщина с вами? Я журналист, здравствуйте. Да, а вы откуда? И пресс-эм. Кто? И пресс-эм, а вы представьтесь. Пресс-эм, хорошо. Нет, я не буду вам представляться. А вы почему меня требуете? Вы с камерой стоите, а я с телефоном. Журналистов я знаю, вон, пожалуйста. А вы кто, я вас не знаю. Журналист. Да, и на кого работаете, тоже не знаю. И на кого работаете? Да, потому что у меня подозрение, что вы пришли сюда вот это все показывать, а потом денежки заработать от ЛГБТ-сообщества. На кого вы работаете? Расскажите про себя. Я на свою родину работаю, понятно? А, ну пошла. Вот сейчас за волосы как возьму тебя здесь, прижму, и тогда узнаешь, какая родина, поняла? Какая у нас родина? Она провоцирует Армения. Она нас провоцирует. Она нас провоцирует. Армения, чья родина? Она провоцирует. Вы мне кажете, слушайте. Она провоцирует. Бадукчи гидек, а я стану майденик. Геннадий, Геннадий. Баду и дан харца стали, а мы здесь майденик. Все, Геннадий, Геннадий, все. Իս կում ում եք մղծվածների, որ ձեր է բերելեք, դրանք էլ էին ռուսերի խոսացով։ Ես իրեն առաջ անգամ եմ դեսում, Представьтесь, я ей представилась, а потом спрашиваю, она не, я говорю, в ту сторону или эту выберу, я не на то и на это, все ясно, скачет на два поля, все ясно. А Грасамбор на аржекнере пашпануть? Здесь есть пашпанцеры аржекнере? Че, эсибили. А здесь есть пашпанцеры аржекнере? Хайдем. Այդ ասումա Ասմատ է ուսերի նա, 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 ասմատ է ուս